Все, приехала на станцию Лесовую. Теперь бегу на свой автобус на 9 часов. Самое главное, чтобы мне не опоздали. Поэтому мне надо очень-очень быстро. Сегодня я какая-то немножко уставшая. У нас холодно. Холодина просто. Собачья. Вот сейчас я бегу. Чтобы мне... В общем, надо сейчас мне подняться по лестнице. Если будет открыт еще рынок, через рынок. Вот так вот. Сейчас выхожу уже. Тут еще торговля. Видите, идет. Яблочки продают. Сейчас, чтобы немножко путь скоротить, пойду через рынок. Это лесовой рынок. Нормальный такой. Думаю, что сейчас еще успею на автобус. Вот это еще не последний. Это на 9 часов автобус. А потом еще на 9:30. Между... О! Мой автобус стоит. Все. Продают. Все красно. Тут же все закрыто. Все, в общем. Сажусь на автобус. Что, людей много? Так, ладно. Успела на автобус. Села. Сейчас я же приеду. Сейчас мы посмотрим, чем кто дома занимается. Сегодня воскресенье, а людей много в автобусе. В общем, все. Есть немножко времени поспать. Все, приехала. До дому, до хаты. Слава тебе, Господи. Общежитие не спит. Вот мой автобус укатил. И сейчас я посмотрю, чем занимаются мои... Ой, что за дым? Это женщина курит. Чем кто занимается дома у меня? На кухне горит свет. Я гляну. Путная вода. Здравствуйте. Нет, сначала зайду домой. Здравствуйте. Здрасте. Ну вот, пришла я домой. Новость. Лариса, температура. Она вчера ходила к зубному, и ей пломбировали зуб. Там вырывали нерв, удаляли. Вот. И теперь температура, и болит этот зуб. Завтра пойдет к этой врачихе опять. Что она скажет? Что это такое вообще? Да, Лиса? Угу. Ну, прикиньте, болит зуб, и уже и... Нажимать будет. Пипец. И температура. И температура. Ужас. Ты расстроена, расстроилась. Блин. Ну, еще и боюсь, что не разнесет вот такую морду. Ну, это, кстати, не шутки, это надо завтра срочно прямо идти, срочным, срочным образом, можете себе представить? Пришла домой, так вот, детёж плачет. Прикинь, болит так. Ой. А я пойду на кухню сейчас, посмотрю, что там пожрать.
Сейчас пойдем на кухню посмотрим. Что на кухне? Так, а на кухне? Здесь Лариса померила температуру 37,3, прикиньте. Гороховая каша. Что Бог нам сегодня послал? И здесь окорока. Ну и посуда, конечно. Темень. Чайничек. А, тепленький. Сейчас попью чай. Ой, ну, в общем, расстроилась с Ларисиным зубом. Вот, пошли. Конечно, это приятного очень мало. Завтра срочно надо опять к этой врачихе идти. Значит, завтра посмотрим. Завтра я на работу, а Лариса пойдет к врачу. Ромашка, чем ты занимался? Чем ты занимался? Орал весь день. Вот он. Орет, потому что там котов, кошек выпускают за дверь. Вот она вторая. А Бонечка хорошая. Бонечка делает вид, что хорошая. Не делает, а хорошая игра. Вот они. В общем, все, ребята. Пока. Буду я, короче, трапезничать. Чао.